только что приземлились в Турции. Сейчас сразу же прошли паспортный контроль. За минуту, наверное. Только вышли из самолета, сразу не ждали ничего. Конечно, удивляет. Сара, смотри на потолок. Женя никогда не была в Турции. Первый раз я ее решил привезти ее, показать ей. Отели все включено. Да, да, да. Он включен. Получают багаж и сразу duty free есть. Пока ждете багаж, сразу зайти, пошопиться в duty free. Можно кофе попить. Очень удобно, молодцы. Мы сейчас едем в отель, и здесь остановка такая небольшая. Они здесь все продают, у них все здесь без цен. То есть, чтобы, ну, примерно вы понимали, вот такая вода стоит $1. Маленькая бутылочка воды. Вот в Европе дешевле. И нигде цен нету, они просто сами говорят, так смотрят. Это $1. Шаурма 4 евро. И он еще, главное, говорит цены в евро сразу. Не в турецких лирах, а в евро. Веселые, в общем, они здесь. 2000 тенге шаурма. Это главный ресторан. Здесь достаточно прохладно. Работают кондиционеры. Сейчас у нас завтрак. Я покажу, что мы едим на завтрак. Вообще выбор еды, конечно, очень-очень большой. Вот, допустим, на завтрак яйца с луком есть, колбаса с луком, 5 минут, яйцо вареное. Здесь пирожки какие-то, булочки. Тоже булочки. Булочек очень много. Микроволновая печка. Правда, я не знаю для чего. Здесь опять яйцо. Здесь брокколи с капустой, с брюссельской. Кашка. И это яйцо 3 минуты вареное. С арбузы. Кстати, в холодильнике есть шампанское, я не знаю, как его, оно должно быть тоже бесплатно, но я один раз хотел выпить, мне не дали. Здесь очень много зелени, я ее люблю есть и утром, и в обед, и вечером. Огурцы, джемы, всякие разные, вафли, здесь молоко, сухие завтраки. И разные здесь варенья, джемы. Нутелла есть. Тосты можно сделать. Специальная машина для тоста. Яички. Это шпинат, по-моему, если я не ошибаюсь. Шпинат. Кстати, это наш шеф-повар. Hello. Hi, chef. Шеф-повар каждое утро по утрам выходит и сам жарит блинчик. Опять нутелла. Овощи для жарки. Здесь всякие разные йогурты. В общем, такие всякие кисломолочные продукты. Оливки. Оливки, посмотрите, всякие разные есть оливки. Зеленые, черные, копченые, вяленые. Хоть какие вообще, любые. Красная... ветчина, колбаса, здесь масло. Ну, вообще, ресторан, конечно, да, это однозначно плюс этого отеля, потому что достаточно вкусно готовят, всегда все есть. Единственное, я вчера пришел здесь на баре, не оказалось айрана. Айран – это кефир такой, кисломолочный напиток. За соки свежевыжатые из морковки или апельсина нужно заплатить. Здесь есть бар такой, тоже мини-бар. Это, по-моему, третий по счету или четвертый мини-бар. С этой стороны сыры всегда у нас стоят. Сыры тоже разные всякие бывают, вообще какие угодно. Здесь и фета есть, и вообще любые, какие хотите. Сыры, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, не меньше 10 видов сыра, опять сыр, видите?
Вот, это даже пармезан, представляете? Сыр пармезан даже здесь есть. А вот здесь мы наливаем супчики, тоже разная приправа есть. Кофемашина. И здесь можно налить сок. Сок наливается здесь. Горячее молоко. Ну вот, такой завтрак. В принципе, голодный не останется никто. Женя надела мои шорты. Мои шорты, мою майку. Ты зачем мои вещи таскаешь? А? Такая лаунж-зона. Здесь можно... Здесь работают кондиционеры, прохладно. Здесь можно прилечь, полежать, отдохнуть. В общем, здесь прикольно. Здесь всякие разные детские аппараты, автоматы. Правда, они платные. И стоят достаточно дорого. Здесь после завтрака приносят пирожное, я чуть-чуть покажу попозже. Можно кушать, набирать, без проблем. Отель у нас ультра все включено, поэтому нам дают мороженое. Смотрите, здесь пальмы и растут бананы. Вот прямо на территории отеля на пальмах растут бананы. Это основной, главный бассейн. Здесь любит купаться Сара. До обеда и после обеда она купается. В обед она ходит в детскую комнату. Здесь у нас есть доктор. Здесь крытый бассейн, кто не любит загорать. Есть такой мини-маркет, можно купить разные принадлежности, купальники, всякие игрушки детские, маски, круги. Ну блин, все хорошо, но стоит, допустим, вот такой матрас 13 евро. Мангал. По вечерам здесь готовят вкусные барбекю. Здесь настоящий мангал на углях. Передной бар. Здесь всегда можно взять водичку. Все это бесплатно. Кальян. Кальян можно курить, но нужно заплатить за кальян. Бар работает 24 часа в сутки. Дал! Хаваю! Perfect. Thank you. Женя с Сарой куда-то убежали вперед от меня. Что-то Женя сегодня не в настроении, хочет сниматься. Может, у нее сентиментальные дни. Вот здесь детская комната, я вам немного позже ее покажу. Мы туда водим Сару после обеда, когда активное солнце в обеденное время. Такая импровизированная детская площадка. В принципе, могут дети поиграть, но такую жару, мне кажется, лучше как-то охота в бассейне. Второй бассейн, аквапарк и маленький бассейн еще вот там есть. Тянь в театр, про который я говорил. Все, весь отель приходит сюда по вечерам и смотрят здесь разные шоу, развлекательные программы. Они прям вплоть до того, что до 12 часов ночи проходят. А сейчас здесь, по-моему, йога. Пляж мы ходим по этой дорожке. Здесь еще слева у нас цветы такие красивые растут, теннисные корты. Еще один наш бар такой. Это очередной бар. Здесь, по-моему, такое ощущение, что отель состоит в основном из баров. С 15 до 16.30 здесь можно бесплатно поесть мороженое. Вау! Здесь айран, посмотрите. Везде есть туалеты на каждом шагу. То есть вообще с этим проблем никаких не будет. В туалетах чисто, убрано. Все помыто. Запахов никаких посторонних нету. В отеле очень много людей из Казахстана, из Украины и очень много немцев, европейского населения. Европейцы однозначно любят этот отель. Хамара? Yes, yes. Фото. Фото? Yes. Дольше кинсану. Белем чекин. Здесь есть кукуруза. Она стоит 2 евро или 2 доллара. Хотя разница существенная. И попкорн. Вечером он эту колясочку туда вывозит, ставит и
продает 2 евро. Это сейчас в Казахстане около 1000 тенге, чуть меньше. Ну, за одну кукурузку, ничего, так нормально. Мы же на отдыхе. Нужно раздавить шарик. Hello, Kazakhstan. You going Kazakhstan? Yes, from Kazakhstan. Сейчас я вам покажу, чем нас кормят в обед, Женей. Бу, ты что на обед кушаешь? Вот здесь есть картошка с овощами, здесь Женин горох любимый. Супчики такие у нас интересные. Это суп из чечевицы с греночками. Очень вкусно. Красивые арбузы вырезают. Прям стараются, так вообще классно. Молодцы. Сейчас здесь, раньше на завтрак здесь стояли все сыры убрали. Сейчас здесь такие бобовые, в общем, фасоль, кукуруза, горошки всякие. Здесь тоже такие блюда красивые выложили. Даже картину нарисовали. Very tasty food. Yes, yes. Thank you very much. From Kazakhstan. Kazakhstan. Kazakhstan? Yes. Какой город? Алматы. Я тоже в Алматы работаю. Рис. Это тоже овощи. Овощи с сыром. Запеканочка такая красивая. А это мясное рагу в горшочке. Арбузы, яблоки, персики, дыни. Сладкое. Ну, я сладкое стараюсь не есть. Вообще не ел. Супчики ты любишь? Да. Какой твой самый любимый? Чечевичный. А еще в 12 часов здесь бывает суп. Все, Женя так вчера хотела. Так вчера хотела пойти на суп. Помнишь? Да, как ты рвалась. 12 часов ночи. Какие лепешки? Они похожи чем-то на казахстанские. Чего у тебя здесь? Я уже доедаю. Алис Гуд. Алис Цузаман. Здесь такая красивая детская комната. I'm making a film about hotel and about Turkey. Hello, Kazakhstan. Thank you very much. Здесь детки рисуют, краски у них здесь лепят. Пой, Женя, пой. Они же видели мой инстаграм? Кто они? Вот эти аниматоры, у них есть тоже инстаграм. Кто тебе из аниматоров больше всего понравился? Никто. Как никто? А вот этот накачанный шепелявит, который... Вообще... Чап-чап. Чап-чап не понравился? Да, я только на тебя смотрю. А, только на меня? Да. И на мои шорты, да? И на футболист. Слишком дорогие бренды и дорогие марки. Нету хэппи... Хочешь бренды? Купи Бугари, сережки с бриллиантами. Они еще подороже тебе обойдутся. Это не бренды. Нету хэппи... Вот здесь у нас массаж делают. Такая спа-зона. Здесь фиш-спа. У нас спа. Я, кстати, ходил сюда один раз на массаж. Мне сделали скидку очень хорошую. Ну, типа из-за того, что я из Казахстана. Очень сильно не нравится, когда ребята, ну, неважно, там, с СНГ или вообще люди... Очень много еды набирают, знаете, полные тарелки, постоянно набирают, у них все полностью заставлен, весь стол, но они там по чуть-чуть скушают и все, и больше не едят. А остальная еда, получается, они, ну, турки вынуждены выбросить либо на мусор, либо еще куда-то. А еще мне не нравится, когда я, допустим, подхожу на бар и сразу очень сильно чувствуется, режет уши, что вот никто из наших никогда не скажет там... Пожалуйста, там какой-то напиток налейте, и не скажут спасибо, ничего такого. То есть очень редко это можно услышать. В основном просто подходят, говорят, там пиво или там колу, и все взяли и пошли, как будто это так и должно быть.
Иностранцы, они совсем по-другому делают. Они говорят, могу ли я там вас попросить, чтобы вы налили это, пожалуйста. Или там, пожалуйста, налейте это. И обязательно всегда скажут спасибо. Наверное, завтра я вам уже покажу номер, где мы живем. Смотрите, здесь был включен кондиционер, и я сейчас зашел, открыл, и все запотело, зеркало. Алха, Казахстан, потому что мы из Алматы. Да. Здесь пляж на 50% в песке. Я думаю, они его завезли, вот этот песок, который вокруг. Море уже подходит, вот галька, то есть тут такая линия, песок, немного галька. Прыгать с пирса опасно и запрещено. Женя, прям ветер рвется, мог быстрее спрыгнуть. I want make some picture, please. You want picture? Yes, yes, some picture. Hello, Kazakhstan. Hello. Thank you very much. I am here. Thank you very much. Okay, very nice. This is audio. Yes, this is video. Perfect. Excellent food today. Yes, I will eat. Okay. I will eat. Okay. Of course. Okay. I am here online. Доброжелательный шашлычник такой попался. Фотогеничный, молодец вообще. Вообще здесь никаких препятствий нету, не было у меня при съемке, я, в принципе, ходил по отелю, снимал везде все, что хотел, и, по-моему, только были люди рады. Чем нас сегодня удивляют? Здесь... Это рис крупный. Это не рис, это я макаронки. Даже... Красивые фрикадельки. Это мясо с каким-то кремом, очень красивым. А на мангале есть форель. Можно взять на мангале форель. Я, пожалуй, ее сегодня съем. Потому что я люблю то, что жарится вот на огнях, такое на дыму, мне это очень сильно нравится. Мы сейчас идем на ужин, я постараюсь снять, что там нам подают. Но на самом деле кухня довольно-таки разнообразная, много турецких блюд и фруктов, как бы не очень много арбузов, персиков и яблок. Хотелось бы каких-нибудь ягодок, еще экзотических фруктов, но этого, к сожалению, не подают. Очень мало морепродуктов, практически нет морепродуктов. Второй этаж, здесь бар, бесплатными местными напитками, вино, пиво на разлив. Да, сейчас. И там некоторые коктейли, там соки, кофе, чай, все бесплатно. А то, что уже крутое, подороже. Тут все отдыхают на диванах, там много диванов разных, да. А на первом этаже там бассейн, спа и ресторан, парикмахерская еще есть. И вон спа-процедуры там делают, полотенца все берут в спа. Потом есть скрытый бассейн. Не знаю, для кого его сделали, потому что, мне кажется, хлорка, когда испаряется, закрытое помещение не очень good. А также здесь есть такой мини-маркет, где все продают. Все, что вам необходимо. Кремы для загаров, сланцы, нарукавники, круги, кепки и всякое-всякое-всякое. Собственно, вот он, ресторан. Он закрыт сейчас. Через пару минут его откроют. Расписание. Вот. Нельзя заходить в таком виде в ресторан. И с собой нельзя выносить из ресторана. Ну, конечно, никто не слушается. Все заходят мокрые и выносят на тарелках еду. Собственно, вот такие блюда здесь представлены. Очень много сыров, йогуртов, бобов. Тунец, баклажаны, арбуз красиво вырезали. Оливки, соленья, капуста, соусы разные. Вот мне понравился горчичный, бальзамический, оливковый. Здесь йогуртом можно полить салат. Вот зелень. Можно накласть себе много зелени и получится салат. Вкусный. Лимончиком полить.
хлебобулочные изделия. Вот каждый день пекут такой огромный лаваш. Вон пицца, картошка фри, жарят мясо какое-то. Что здесь у нас? Вот мучное, оладушки вегетарианские, спагетти, соус к спагетти. Вон там еще горячее. Пюрешка там обычно, рис, овощи с мясом, картофельное пюре. Там на баре напитки алкогольные и неалкогольные. Вино, пиво, соки, воды, кофе, чай здесь можно налить. Курица, бобы, овощи, рыбка, картофель, ну это диетические блюда, горошек. Тоже десертов много турецких, тирамису, разные десерты, сладости с маком, торт можно разрезать, поесть. А вот у них вот это традиционное, забыла как называется, там с орехами пахлава. А вот с инжиром. А это, по-моему, тыква запеченная, прикольно. Первый раз такое подали. Вот, собственно, что я себе набрала на ужин. Бобы, овощи, сыр. Мама, всего по чуть-чуть. Мама, не хочу это. Горошек не хочешь? Почему? Ты вон рис порассыпала везде. А еще они сделали запеченную тыкву сладкую. Должна быть вкусная. И арбуз вкусный очень. Сарочка принесла десерт себе. Ты вся уже в этом креме. Еще подали на гриле, там немножко дальше, иногда делают гриль, как бы за рестораном возле бассейна. Форель. Очень круто, конечно. Основной бассейн возле отеля, и в основном каждый день все лежаки заняты здесь. Люди бросают на них полотенце и уходят. А это детский бассейн, но он закрытый и не прогревается. Вода холодная в нем. Пойдем, Сарочка, в другой. Да. Здесь навес, видите, над бассейном, поэтому вода не прогревается, и вода в нем холоднее, чем в большом. Иногда бывает очень холодная вода. И дальше можно пройти во второй бассейн, там с горками. Три горки. И тоже есть детский бассейн, тоже с навесом закрытый. Мне кажется, лучше бы они сделали навес на детской площадке, потому что здесь вот детская площадка единственная. И постоянно под солнцем дети тут не играются, потому что все горячее, все нагревается до вечера. Вот такой здесь бассейн. Ну что ты бросила? А теперь как ты будешь их искать потом, а? Деловая колбаса. Саре купили на рукавники такие большие для взрослых. Они держат хорошо ее на воде. Плавать она не умеет, к сожалению. Не научили. С нарукавниками она спокойно во взрослом бассейне купается. Здесь слева детская площадка. И вот этот домик, это детская комната. Там няня утром 2 часа сидит с детками. И после двух, тоже с двух, 2:30 до 5 сидит нянечка. Пойдем на речку.
Сара, потанцуй, помаши ручкой. А попкой? Ты опять? Вот река, которая возле отеля нашего, и многие говорят, что из-за нее запахи по вечерам. Иногда в отеле стоит ужасный запах, и многие говорят, что это из-за реки. Рыбки обкакали. Я не верю в это. Река вот абсолютно чистая, она впадает в море. Рыбки пукали. Рыбки напукали. И причем операторы такие врушки, они утверждают, что вот это река пахнет. Я считаю, что это не река. А, ты решила журналистское расследование провести, да? Ну это реально не река пахнет. Не река, да? А что? Думаешь, река пахнет? Я думаю, нет. А ты? Я тоже знаю, что нет. Река не пахнет так сильно, как воняет у нас. Как будто курей жгут или канализацию прорвало. Перепакио! Перепикио! Перепакио! Перепакио!